совсем еще слепого щенка подбросили во двор. Кошка, которая жила в этом дворе и у которой в это время родились котята, принесла щенка к своим деткам и начала кормить его молоком. Щенок совсем скоро перерос в приемную мать. Мяу, ты должен вылизывать свою шерсть до блеска. Кошка учила щенка. И малыш старался вылизывать себя язычком. И вот однажды к ним во двор забежала овчарка. Воп-воп-воп! Обнюхав щенка, она добродушно сказала: «Здравствуй, щенок! Ты такая же овчарка, как и я? Воп-воп-воп! Мы с тобой одной породы! Воп-воп-воп!» Увидев кошку, овчарка злобно залаяла и бросилась на нее. Кошка зашипела и прыгнула на забор. Давай с тобой, щенок, прогоним отсюда кошку. Вау-вау-вау! Давай, уходи прочь из нашего двора и не смей трогать мою маму. Грозно зарычал щенок. Она не может быть твоей мамой! Она же кошка! Воу-воу-воу! Щенок задумался. Но кошка ласково промурлыкала: «Мяу! Кто кормит ребенка, тот для него настоящая мать!» «Кто кормит ребенка, тот для него настоящая мать!»